Всем привет, с вами Артур, и сегодня у нас в ремонте Mazda 2. Итак, что мы видим? Капот меняется, крыло меняется, дверь тоже меняется. Бампер буду ремонтировать. Ну и фары меняются, естественно. Подвеску также буду менять сам. Итак, разбираю машину для дальнейшего ремонта. Снимаю капот, крыло, бампер, подвеску, двери снимаю. И после этого начинаю ремонт. Первым делом мне надо вырезать этот кусок и отравнять его. Также отравнять весь горшок и боковую часть лонжерона. Верхнюю. Итак, отсверлил, и теперь на столе равняю все эти куски и верхнюю часть лонжерона. We'll be right back.
эту часть кузова я сделал. И теперь приступлю к порогу и к передней стойке. Сначала вытягиваю петли дверные, они вбиты после удара. Верхнюю, нижнюю. И затем займусь порогом. Эту часть мне придется вырезать, так ее вытянуть не выйдет. Вырезаю и начинаю равнять порог при помощи споттера. Итак, дверной проем я сделал, порог тоже вытянул, бампер отремонтировал, и теперь можно примерять все железяки. Что я и делаю? Прикручиваю двери, капот, крылья, фары, бампер. И как бы все окей, но есть проблема. Зазор между крылом и дверьми. Крыло сделано в Тайване. И вот смотрите, что получается. Тут все прекрасно. Сверху палец лезет, снизу вообще ничего нет. Ну, избавляемся от этого неровного зазора. Снизу я разрезал крыло и увеличил зазор. Сверху мне придется приварить варочный электрод и уменьшить зазор, и затем подшпаклевать. Итак, зазор исправлен, теперь он хороший, и на этом работа с металлом закончена. Теперь я вновь разбираю всю машину и сначала крашу внутренние части машины.
двери изнутри, капот. И затем шпаклю и грунтую сверху. Ну и, конечно, крашу. Итак, машина покрашена, и теперь мне осталось только собрать. Ну что, друзья, эта Mazda отремонтирована. Спасибо всем за просмотр. Подписывайтесь на мои новые видео. С вами был Артур. Пока!